Интересно наблюдать, почему течение прибрежное или придонное, как назвать правильно, не знаю, в море, то с юга на север, то с севера на юг. Вот было с юга на север, речка уходила, загоняла русло реки Бельбек на север, и поменялась погода, поменялось течение, и даже вот по морю видно, вот прям такая темная полоса, это чистой морской воды. И видно, как эту всю муть, которую речка выкинула, возвращает назад, в сторону Севастополя. И сама речка вот. Я сейчас стою практически по центру городского пляжа. Уже пошла назад, возвращаться на юг. И вся муть побережья, вот этого побережья, вся муть, вся уходит теперь на юг. Штормов нет. Сегодня 13 января. Старый Новый год. Не все это понимают, особенно иностранцы. Что такое старый, новый, да еще и год. Ну вот, все страны, кто в СНГ живет и жил раньше, те это понимают. Ну, как всегда, сейчас поднимемся на вышечку и посмотрим, какая конфигурация реки на сейчас. Пока шел до вышечки, заглянул заодно сюда сразу. И вот какой зигзаг делает речка. Попробуем сейчас, наверное, вот отсюда заснять. Если волна не прикроет нас, а нет, опасно. Опасно, вода там закрывает полностью. Хотел этот островок прийти и снять оттуда. Но можно быть мокрым оттуда. Не, это делать не будем. Пойдем, что залезем на вышку и с вышки-то снимем сейчас. Ну вот я с вышки снимаю, что мы видим. Речка развернулась, пошла на юг. Вот есть пляж Дол Радость, сейчас она по-другому называется. Речка опять изрезала. Ну и городскую, конечно, захватила. На этом все. Сводка погоды в пляже Любимовки на 13 января 2022 года. Температура воздуха сейчас плюс, ой, вру. Температура воздуха минус 3, утром было минус 8, температура воды плюс 9, но никого не вижу, чтобы купался кто-нибудь.